Мы продолжаем выпуск. По новому счетчику в каждый дом. Компания «Караганды Жарык» успешно продолжает работу по созданию шахтерской столицы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. В Караганде планомерно ведется масштабная работа по установке приборов учета нового поколения, отвечающих всем требованиям сегодняшнего времени. В рамках инвестиционной программы ТОО «Караганда-Жарык» по модернизации и техническому перевооружению существующих сетей уже установлено 111 тысяч приборов учета. Еще надо установить столько же. По всем показателям наша компания лидирует в Казахстане. Город Актас полностью переведен на автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии. Если потребитель уже не платит за электроэнергию, то есть возможности самовольно подключиться и дополнительно у потребителя уже возможности нет. Вот есть прибор, где у потребителя отключен, то есть ему больше электроэнергии не продается. Для примера давайте проследим за 19-й квартирой. Запомните показания счетчика и отправимся в офис компании. Сигнал со счетчика идет на подстанцию, где стоит передающее устройство, и затем через радиорелейную линию поступают в компьютер учета. Где? Да, там GSM и с антенной, которая непосредственно держит связь с той единой симкой, которая находится на ТП. Вот. Пошел вопрос. Данный сигнал. Это обработка всех квартир, которые в данном доме запитаны. Недолгий поиск, и вот наша квартира с переданными данными. Симка звонит на другую симку и передает данные. 071-43-417-15. Показания 24-550, когда мы посмотрели. Здесь уже начинается анализ, обработка всей информации. Ну, покажите тот дом. Сейчас. Какие квартиры? 19. Квартира 19. Квартира 19. Номер прибора учета. 714-34-17. Вот. Показания? 24-547. Ну это вот. Ну, 3 киловатта уже на металл. Теперь вместо 2-3 дней информация поступает за считанные часы. Отсутствует так называемый человеческий фактор. Если происходит воровство электроэнергии, то данный факт выявляется моментально, и проштрафившуюся квартиру просто отключают от сети, и самостоятельно подключиться уже невозможно. Современные счетчики устанавливаются бесплатно, но находятся на балансе Караганды-Жарык. Это приборы учета марки Сайман Казахстан и марки Меркурий российского производства. В Актасе уже установлено полностью 3100 приборов учета по многоэтажному сектору, и заканчивается в сентябре, весь частный сектор будет приборизирован. Это преимущество самим потребителям, то есть потребителей больше не беспокоит полностью. Съем снимается дистанционно. Плюс к этому мы выбрали, что прибор учета сделали в отдельное помещение. Как вы видели, контингент жителей разный. То есть есть добросовестные плательщики, есть недобросовестные плательщики. И за недобросовестных плательщиков не должны страдать, как вы сами понимаете, добросовестные плательщики. Очень большой процент вандализма. Просто тупо замки ломали, скрывали щитовые и подключались самовольно. Сейчас процент этого свелся к единичным случаям, так как работаем вплотную с участковым данного сети, с акиматами и с КСК, где есть. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в Караганде позволит оптимизировать процесс снятия показаний, обеспечить его своевременность и точность, снизит сверхнормативные потери. И, как вы поняли, больше к вам представители Караганды-Жарык для снятия показаний со счетчика стучаться не будут. Меняйте приборы учета электрической энергии, господа. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.